Густой туман, накрывший Стамбул, сегодня утром значительно затруднил транспортное и пешеходное движение. На знаменитом мосту Фатих Султан Мехмета, связывающего европейскую и азиатскую части города, образовалась гигантская пробка. Как передает наш корреспондент в Турции Ержан Женес, по соображениям безопасности в Босфорском проливе временно прекращено движение пассажирских и грузовых судов. Медиаслужба страны предупредила, что во второй половине дня на побережье Мраморного, Эгейского и Средиземного морей образуются пылевые тучи и разразится гроза.